Здрасте, стоматолога вызывали? Это я. Ну где тут этот артист, которому надо челюсть ставить, выбить все зубы? Что значит зубы в покое оставить? Не бывает такого, чтобы зубы в покое оставить. На что я буду крепить со мной челюсть? На нос, что ли? Удаляем все к чертовой матери. Давайте, подводите его смелее. У меня следующий вызов через 15 минут, работа не в проворот. Невысокий смуглый артист, товарищ Свердлин Лев Наумыч, не торопился отзываться. Да, ему нужна была настоящая японская улыбка, но не ценой же всех зубов. Так, ну чего, я что-то не вижу у этого смелого артиста. Глазом моргнуть не успеешь, у меня же, смотри, какие вещи, а. И в этот момент Лев Наумович Свердлин окончательно понял, в какую историю угодил. Да, ведь это же он сам для полного сходства со своим персонажем, коварным азиатом Усижимой, челюсть себе сделал вставную из дерева. Она приподнимала губу и обнажала верхние зубы. Ведь это было так по-японски, дамы и господа. Правда, при разговоре челюсть выпадала, и ловили ее всей съемочной группой. Поэтому и обратились к специалисту на свою голову. Хотели, чтобы специалист просто закрепил челюсть. А хищный дантист резюмировал, что придется убрать все зубы, ну, может быть, кроме двух крайних. И теперь что, оставаться на всю жизнь с японской челюстью? И зачем я уродился такой дотошный, спрашивал себя артист Свердлин. Как же мне порой тяжело с самим собой жить. Да уж, уважаемые дамы и господа, кстати, добрый день. Герой моей сегодняшней легенды, чуть не оставшийся без зубов, артист Лев Наумович Свердлин. Ну что ж, бывало и такое, ведь это же настоящий актер и ради достоверности готовый на любые жертвы. И, кстати, действительно, по национальным вопросам и по вопросам достоверности в связи с этим артист Свердлин в советском кинематографе по праву считался специалистом. Если для кино требовался китаец, чукча, мексиканец, японец или еще какой-нибудь экзотический национальный тип, режиссеры сразу шли к Свердлину. «Выручайте, Лев Наумыч, без вас, ну никак!» И Свердлин выручал. Многие вообще искренне верили, что артист Свердлин безупречно говорит на нескольких восточных языках, да еще и песни народные знает. К экзотике Свердлин тяготел с молоду. В ташкентском цирке в 20-х годах он целую неделю выступал как американец мистер Джонс. Знаменитый африканец спектист. Так он зарабатывал деньги на обратный билет в Москву. Свердлин не афиша, объясняли тогда молодому студенту в директоре цирка. А вот американец Джонс, это вот афиша. В столицу 19-летний сын машиниста из Астрахани Лев Свердлин приехал в 21-м году в товарном вагоне. Добирался почти месяц. При себе имел только потрепанное обмундирование и мандат. У меня командировка есть. Вам интересно, что такое было написано в этом документе? Пожалуйста. Итак, читаем. Театральная студия при политуправлении Туркестана направляет красноармейца Свердлина Льва, проявившего себя преданным делу революции, учиться на актера в город Москву. Точка. Подпись. Уполномоченный отдела просвет облхудхоза Джамбархударов, фу-фу, ну чем не документ. Спустя три года, а именно в 24-м году, обладатель памятного мандата и выдающихся способностей уже был актером гостима театра имени Мейерхольда. Сам Всеволод Эмильевич отмечал, что Свердлин на редкость, как-то по его словам, биомеханичен, вот. А это был, как вы понимаете, высший комплимент, который мог одарить паренька с юга скупой на похвалы основатель гостима. У этого паренька с юга были все шансы, чтобы стать крупным артистом. Да, его дар перевоплощения поражал, поэтому в гостиме к молодому актеру относились наилучшим образом.
и регулярно обходили стороной. Ну, то есть обходили большими ролями, я имею в виду. В лучшем случае ему перепадал какой-нибудь экзотический персонаж второго или даже третьего плана, вроде третьего китайца в спектакле «Рычи, Китай». Да уж, Всеволод Эмильевич мог и восхищаться, и ролей не давать одновременно. А вот кино тогда талантами не разбрасывалось, Свердлина заметили. И без проволочек предложили артисту пройти на кинофабрику за углом направо. Ну, что называется, как войдешь, наискосок. Случилось это в 25-м году весной прямо на улице. Подбегает к нему какой-то странный человек и говорит: «Это, знаете, у вас, о, какая у вас морда подходящая для этого, ну, для этого. Ну, там у нас за углом-то, как оно, ну, а, кино. Слушай, морда, ты мне денег не дашь на кино? 302 всего надо, мне не хватает просто чуть-чуть доснять. Я дам, честно». Вот так Лев попал в первую свою картину «На верном следу». Да. Роль, которую ему дали, звучала без претензий. Парень. Кстати, тот парень денег ему так и не вернул. Но я не об этом. Вы полагаете, это был фильм о пограничниках и чекистах? Не знаю, не знаю. О чем был фильм, Свердлину так и не сказали. А фильм не сохранился. На съемке Льву Наумычу дали такое задание: подбежать к дюжему молодцу, молодца играл Борис Барнетт, и закричать: «Пожар!» Вот, собственно, и все. В том же духе были и остальные задания. Свердлин должен был радостно махать кулаками и улыбаться кому-то. Потом они с Барнеттом должны были кого-то натурально бить. Сказали, что это был кулак. Потом еще кого-то били. В общем, неважно, снимали-то актеров до пояса, поэтому кого били, все равно видно не было. Да, вот только зрители не спешили смотреть эту захватывающую историю. После двух дней показа в кинотеатре «Унион» картину из проката изъяли. Сборов не было. Начинающий артист Свердлин так расстроился, что решил больше дел в кино не иметь. 9 лет продержался, а потом дал слабину. В 34-м году снялся в фильме «Мечтатели». Понять его можно. В театре-то по части масштабных ролей его держали на голодном пайке. Жил тогда актер на Плющихе в отдельных апартаментах. Чуланчики за кухней, правда, с окошком. Вокруг день и ночь шипели примусы, грызлись домохозяйки. Но Свердлина в этой классической вороньей слободке не обижали. Свет в местах общего пользования он исправно гасил, да и боксировал отлично. Соседи его уважали. Вы спрашиваете, как он попал в этот коммунальный рай? А он поменял на него свою комнату в 20 метров. Хотел помочь приятелю, который недавно женился. Вот такой бескорыстный человек. И, кстати, о боксе. Внимание, мотор, начали, командует режиссер Борис Барнетт. Так, значит, сейчас вы заходите неглубоко в море и улыбаетесь. Итак, мы на съемочной площадке фильма «У самого синего моря». Командует боксер и режиссер Борис Барнетт. Да-да-да-да-да. Тот самый, с которым Свердлин лупил когда-то бородатого кулака. Улыбаетесь, не так улыбаетесь, а улыбаетесь, да? Артисты Свердлин и Крючков слабо кривятся, ведь их босые ноги в этот момент обвивают гадкие змеи. На Каспии этих змей полным-полно. Так, я что-то не вижу улыбок. Радостнее, радостнее, вот уже лучше. Так, а змейку отгоняй ногой, отгоняй, она мне в кадре не нужна. Улыбочка! Так ведь гады еще и кусаются. Они тут не ядовитые, правда, но все равно противно. И все ради искусства. Вот так бывает. Свердлину в этом фильме Барнетт поручил роль азербайджанца Юсуфа. Простодушного влюбленного рыбака. Да и фильм в целом, собственно, повествовал о чистой любви, настоящей дружбе и выполнении плана в рыболовецком колхозе. Не смотри так на меня. Посмотрите отрывок, не пожалеете. Скажите, чтобы не смотрел так на меня. Я хочу говорить про мой друг, про мой самый лучший друг и товарищ. Вот он, стоит здесь, симулянт и прогульщик. Из Азербайджана Свердлин подался на Дальний Восток. Там срочно требовался шпион. Ну, для кино, конечно. Нужен был японский шпион, который притворяется простым китайским тружеником.
должно быть натурально и идеологически грамотно, инструктировал актера Свердлина режиссер фильма «На Дальнем Востоке» Дмитрий Марьян. Смотри, СССР с Китаем дружит? Дружит. Поэтому Цой, когда он китаец, добродушный бедняк. Вот так. А Япония для СССР враг? Враг, правильно. Поэтому Цой, когда он японец, злодей и убийца. Понятно? Понятно. Поехали. Ехал на ярмарку ухарь-купец, ухарь-купец, удалой молодец. Ехал на ярмарку ухарь-купец. Вот в этой-то роли под личиной двуликого Цоя и разглядели артиста Свердлина братья, так сказать, по искусству, то есть товарищи Васильевы, и подумали одно. Нормально, Григорий? Отлично, Серж. Стараниями братьев угодил артист Свердлин, как вы видите, прямо в котел. В котел съемочного процесса кинокартины «Волочаевские дни». Братья Васильевы требовали от Свердлина полного перевоплощения в образ японского полковника. Им были нужны чуть ли не хроникальные подробности. Актер не спал ночей, мучился, иногда даже не ел, искал образ. Пообедав однажды в ленинградской Астории, Свердлин уже собирался уходить, как вдруг в зал вошел японский дипломат. Лев Наумыч тут же уселся обратно. Позвольте, товарищ, вы, кажется, уже пообедали. Да, уже я пообедал. Ну и что, может быть, я не наелся? Товарищи хотят, так сказать, горячего поесть. Слушайте, отстаньте от меня. Что вы стоите рядом со мной и лопочете? Я вам не мешал, и вы мне не мешаете. Я у вас здесь долго буду сидеть. Я вообще знаете откуда? Я из уголовного розыска, понятно? И дайте мне сюда газету с дыркой. Быстрым мигом. Я слежу за опасным шпионом. Все детали, которые удалось рассмотреть сквозь дырку в газете, артист Свердлин виртуозно развил и, я бы даже сказал, художественно обобщил. Вот только никак не давалась ему настоящая японская улыбка. Тут-то и появился пресловутый весельчак-стоматолог, помните? Но для актера тогда все закончилось удачно. И для кинематографа, кстати, тоже. Неповторимую лучистую свердлинскую улыбку спас вставной алюминиевый муляж. Его сделали на заказ и надели на родную челюсть актера. Получилось натурально и безопасно. С психологической частью тоже все было на высоте. Угадать подлинные намерения его персонажа по внешнему поведению было практически невозможно. Вот смотрите. Благодушно настроенный Усижима просит старика показать винтовку. Имеете, ружья? Как не иметь? Мы же охотники. Кажется, сейчас скажет что-нибудь типа: «Хорошая винтовка, иди охоться, старик». А вместо этого... Приказ! Вставайте, оружие, снар! Но чистокровные самураи, которые по донесениям нашей разведки посмотрели фильм «Волочаевские дни», артисту не поверили. Не поверили, что он не японского происхождения. Спорили, кореец это или обрусевший японец. В следующем фильме, в фильме «Всадники», Свердлин играл красного командира, украинца Чубенко. По сценарию был такой эпизод. Чубенко, узнав о гибели своей семьи, уходит горевать на конюшню. Актер работал над ролью по своему любимому правилу. Должно быть органично, но интереснее, чем в жизни. Поэтому он предварительно специально приучал своего коня. Сыпал сахар на эфес сабли, чтобы конь его слизывал. И вот после команды «Мотор» из глаз Чубенко капали настоящие слезы на эфес сабли, а конь, ища сахар, слизывал их. Сцена получилась настолько сильной, что рыдали даже консультанты из НКВД. Но несмотря на это, сцена все равно не вошла в фильм. Настоящий командир плакать-то не должен, объяснил Свердлину свое решение режиссер. Силы оказались неравными. Идеология победила. Подобный режиссерский произвол артист, кстати, простить не мог. Из-за аналогичного случая другой режиссер, Александр Столпер, однажды в 55-м чуть было не лишился свердлинской дружбы. Ну еще бы. Режиссер взял, да и вырезал ключевой момент из роли Льва Наумыча в своей ленте «Дорога». Это был эпизод, в котором зловредный завхоз «Таджик» раздавал бесплатно шубы. То есть раскрывался перед зрителем с другой стороны, лучшей стороны. Был эпизод, чик,
и нет эпизода. Нет у меня колбаса, нет сыр, нет масла. У меня накладной на база. Нельзя иметь вместо здравого смысла накладную. Да. Вы же уполномоченный райторга. Слушайте, при чем здесь это? Я не имею права без распоряжений и указаний. Послушайте, в таких обстоятельствах... Слушайте, уходите, нет у меня продуктов. Впервые Лев Наумович увидел этот фильм только на гастролях. В кинотеатре вместе, так сказать, с народом. Народу понравилось, а Свердлину нет. Сразу после сеанса он, как художник художнику, написал режиссеру Столперу все, что думает по поводу его творчества и его поступка в частности. И подписался: «Твой бывший артист Свердлин». Что и говорить. Серьезно относился артист Свердлин к профессии. Очень серьезно. Но скучным моралистом все-таки никогда не был. Пошутить, причем не просто так, а ради актерского интереса, был очень даже и не прочь. Даже себе во вред. О том и следующая история. Я всегда говорила, что ты артист. В 1939 году режиссер Марк Донско искал исполнителя на роль старого татарина в свой фильм «Мои университеты». Причем хотел, чтобы играл не артист, а настоящий пожилой татарин. На студии как раз был сторож подходящей национальности. Донско пригласил его на беседу. Пришел сутулый старик в поношенном армяке. Седой бородой, бегающими глазами, режиссер стал его расспрашивать. Старик, с трудом подбирая русские слова, говорил: «Мало-мало склад сторожить нужно, заснуть нельзя, нехорошо будет, нехорошо, реквизит пропадать будет, будет весь пропадать». Марк Донской с восхищением смотрел на старика. «Вот что значит народный типаж, товарищ! Ведь никакому актеру так не сыграть, никогда не сыграть! Вот чтобы так сыграть, надо мало-мало долго склад сторожить и с народом жить, товарищи!» Старичку-татарину быстро подмахнули договорчик, мол, подписать надо, дедушка, денежки получите. «Давайте, подписывайте, скоренько, дедуленька, вот здесь вот!» А он смеется, вот шайтан, и каким-то подозрительно молодым смехом. Пригляделись. «Здрасте, пожалуйста, Лев Наумыч, артист Свердлин собственной персоной». «Значит так», — произнес Донской, — «чтобы некоторым весельчакам впредь неповадно было шуточки шутить, сделаем так. С хорошей роли, которую я хотел дать артисту Свердлину, его снять, а дать ему роль этого старика. Хотел веселиться, пусть веселится». Вообще-то не раз. Не раз артисту Свердлину предлагали сценарии, специально написанные в расчете только на него. А артист, причем не избалованный главными ролями, как ни странно, категорически отказывался. «По-моему, не всегда верно пользует актеров. Актер должен все-таки, как говорится, всегда работать так, чтобы он его из горячей воды в холодную бросали. Чтобы он разные роли, понимаете? Вот я знаю на своем примере. Я в свое время сыграл роль японского полковника Усишима. И после этого мне все сценарии приходили с ролью японца. И если бы я тогда, так сказать, не выдержал характера и категорически не отказался бы от этого, то я бы так на японце и кончил свою творческую жизнь кинематографии. Тут, конечно, мне в этом еще помог Селдарионович Пудовкин, который совершенно неожиданно пригласил меня сниматься в роли боярина Григория Орлова в фильме «Минин и Пожарский». Вот эта роль. Боярин Григорий Орлов. В историческом фильме Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский». Да уж, совершенно неожиданно, особенно для критиков, артист появился на экране в роли русского. Особенно такого воинствующего, конфликтующего и с Мининым, и с Пожарским, и со всем светом. Бьющего, в конце концов, чем не национальный колорит. «Эх, Дмитрий Михайлович, время-то какое! Лови, добери!» Но, как и просил артист, разные роли, как из горячей воды в холодную, предоставляла ему судьба. К примеру, роль в картине его звали Сухебатор. Надо было забывать японский и учиться монгольскому, а также перенимать особую манеру верховой езды и привыкать к суровым погодным условиям. Как вы заметили, не обошлось и без сложного портретного грима. Для роли Сухебатора артисту по 3-4 часа клеили навеки слои ваты,
чтобы затем придать глазам монгольский рогатый. И так перед каждой съемкой. Кто тебе позволил разбивать мои тюрьмы? Глаза, которые видят, и совесть, которая не спит. Ответь, баранина китаец. Сколько? Вот моя порция. Когда я проголодался, и сердит. Еще баранина? С гримом другого национального персонажа Хаджи Насреддина было немного проще. Пожалуйста, неунывающий Хаджа Насреддин из одноименного фильма, снятого, кстати, самим Яковом Протазановым на алматинской студии в 43-м году. Что? Лягушка? Если все лягушки имели такие черные глаза, такие тонкие брови и нежные щеки, я и сам был бы не против так. Лягушка, я вижу в воде красавицу, прекрасней которой нет в мире. А я вижу двух лягушек. В 1943 году на экраны страны вышел фильм Столпера «Жди меня». Фильм стал своеобразным гимном военного времени. Свердлину в картине по обыкновению предложили не главную, но симпатичную роль. Роль военного корреспондента Ванштейна, друга главного героя. В конце картины Ванштейн погибал. Когда Свердлин приезжал выступать на фронт, в 44-м году он возглавил фронтовую актерскую бригаду, особо порывистые бойцы вскакивали с места и кричали: «Смотрите, Мишка Ванштейн живой! Надо всем рассказать, что он живой!» И бежали рассказывать. Ну, чем не признание? Он на редкость убедительно играл и откровенных негодяев, и незаметных добряков. Например, как пара этих чукчей. Алитет в фильме «Алитет уходит в горы» и Тукай в картине «Романтики» еще 41-го года. Ленин, Варенкин. К тому же в роли Тукая острохарактерный артист Свердлин проявился как истинный трагик. В 45-м самого артиста настигло такое же горе. От скоротечной чахотки умер его единственный сын. В зрелые годы Лев Наумович больше предпочитал роли современников. И чтоб без особого грима и восточного привкуса. Сыграл, например, комиссара милиции в картине «Ночной патруль». Сыграл таким, каким и должен быть представитель закона. Профессиональным и кристально честным. И, между прочим, чтобы глубже войти в этот образ, Свердлин сам принимал участие в милицейских облавах. По-настоящему, с оружием. В общем, оставался верен себе. Это же настоящий актер. Ради достоверности образа на любые жертвы. Осенью 68-го Свердлин впервые в жизни был в туристической поездке в Японии. На родине многих его персонажей. Он еще помнил японский, в гостинице объяснялся без переводчика. Познакомился с Акирой Куросавой, приглашал его к себе на юбилей, который должен был состояться в следующем 69-м. Однако Свердлину не пришлось отметить свое 70-летие. Он умер за полгода до своего юбилея. «Живите искренно, тогда будет легче уходить», — так написал Свердлин в своем дневнике. При всех регалиях и званиях он всегда оставался доброжелательным и на редкость отзывчивым человеком. А это талант, человеческий талант. И не столь уж важно, что из более чем 40 сыгранных им ролей не наберется и десятка главных. Это ли в конце концов важно? Он все равно остался и в памяти зрителей, и в памяти друзей. Он жил искренно. Of my lonely room, we're dancing like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true,
I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you.